заказала на Валбересе набор мочалок. Сейчас посмотрим. Черного цвета. Черного и белого. Черно-белого. О, прикольно. Смотрите, даже желтенькое что-то. Но там было написано, что желтенькое это типа уточка или звездочка в подарок. Давайте с подарком начнем. Смотрите, какая милота. Уточка. Уточка. Иди сюда. Я заказала на Валберес мочалки черно-белого цвета. Клевые такие. В подарок уточка. Дальше. Мочалка. Черная. Ну, вроде не пахнет, но на ощупь не очень приятно. Углем пахнет. Чем пахнет? Углем. Да ну. О, вот такую мочалку я люблю, чтобы прямо спину хорошенько можно было. Вообще классная, суперская. Кстати, вот это по ощущениям намного приятнее. Так, еще одна такая же. Две. Это поменьше, это побольше. Это прям такая мощная чувствуется. И прикольная косичка. Клевая. Какой тебе? Которая у меня сейчас есть. А у тебя какая? А, нету здесь такой. Круглая. Ну, вот это удобно тебе будет. Круглая, вот это клевая вообще тоже. Вот это шершавое. Не пахнет такой. Вообще ничем. Ни какими вот резиной, ни клеем, ничем не пахнет. Нормально. Четыре штуки получается в комплекте. Ой, Стеша, прости. Четыре штучки, и вот это в подарочек, по-моему, 380 рублей. Можно ведь ссылочку сделать, я сделаю ее на Валберес.